Всем подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня начинаем монтаж теплицы арочной 1,5 метра. Разгрузились, будем собирать потихонечку. Собрали каркас, обшили торцы и брус. Будем перекрывать. Закончили монтаж теплицы. Теплица арочная 1,5 метра в ширину, длину 3,5 метра. Теплица свалена с профильной трубы 20 на 20. В торцах и в дверях присутствуют элементы 20 на 40. Труба вся оцинкованная, плюс полимерно-порошковым способом окрашенная, цвет шоколад. На этом торце цельная дверь, дальний торец глухой и с форточкой. Форточка большая, очень удобно. Теплицы из дополнительных частей установлены укосины для большей жесткости конструкции. И колышки в землю, чтобы теплица стояла мертво в земле. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Поликарбонат актуаль био 4 мм толщина 0,7 плотности. По торцам стоят уплотнительная резинка, чтобы поликарбонат плотно прилегал и не было щелей. По краям установлены, смонтированы профиля с перфолентой, защита сот. Все качественно и надежно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока. Арочная, аккуратная, 1,5 шириной, длиной 3,5 метра. Аккуратненькая тепличка на две грядки. В одном торце дверь цельная, во втором для проветривания форточка большая, видите, огромная. Обращаю ваше внимание, для того чтобы теплица по ветровой нашей гарантии выдерживала, забиваются такие кувалды якоря, 4 штуки в каждом углу, видите, они идут по умолчанию, потому что теплица высокая как бы и ветровая нагрузка большая, если что. Здесь длину стоит специально торцевой профиль с перфолентом. Для чего? Потому что в большинстве случаев залазят черви. Если кто видел наши, смотрит с вами, показывая черви залазят, оставляют черный след, и обратно их уже не вытащить. Они прям долазят до верха и помирают там. Форточка делается. То есть сначала прикручивается рама форточки, видите, на петли, потом откручивается и прикручивается поликарбонат. Так вот. Такая аккуратненькая миниатюрная теплица. В маленьких теплицах идет арочная труба 20 на 20 на 1,5 с горизонтальным усилителем, чтобы можно было систему подвязки натянуть. Поликарбонат здесь у нас актуаль био. Из 20 собирается вот на такое соединение. Приваривается пластина и болтик с гаечкой М6. Диагональный усилитель ставится для более жесткости. Это вставка полуметровая. Как обычно, идет все резинка уплотнительная в торцах. Это вот на форточку. На форточку можно поставить термопривод. То есть, что вот эта форточка торцевая, вот эта форточка, как у нас на выставке автоматически открывалась, можно поставить термопривод. Спокойно. Вот она где-то вот так будет, вот на такой угол с термоприводом открываться. Примерно вот так вот, на такой угол будет открываться.
Сейчас петли откручиваются. Заводится под петлю поликарбонат, и обратная петля прикручивается сверху. И сверху также. Осталось прикрутить, крючок уже есть, ручку поставить, замок, и готово, форточка готова. Теплица отличается от парника в том, что в теплице можно работать, а парник — это пленочные под укрывным, которые, которых нельзя работать, просто парники, это именно теплица.